Молчать у них уже нет никаких сил. Жители садоводческих кооперативов «Благодать и Чайка» рядом с озером Орлова не перестают бить тревогу. По их словам, образовавшийся по соседству с медицинским комбинатом «Синтез» временный мусорный полигон не дает спокойно жить. Каждый день душит зловонный запах. КамАЗы туда-сюда, туда-сюда, и полный мусором, и на дороге мусор у нас, и дорогу нам всю разбили. Вот, теперь этот мусор, то есть по каким-то данным, по источникам мы узнавали, то есть 60 тысяч кубических метров там находится вот этих отходов. По радио обещали, что это все вывезут за месяц, но это ничего не вывозится. Соседство с горами мусора, огороженными лишь высоким забором полигона, местным жителям приходится уже около полугода. Кому-то лишь в летний период, а кому-то и зимой. Многие проживают в домах на постоянной основе. Признаются, к запаху сейчас добавились и крысы. Местные утверждают, что неоднократно стали замечать их как на дороге, так и на своих участках. Жалуются и на загрязнение озера. Любой дождь и через грунтовые воды вся грязь обязательно попадает прямо в воду. Плюс еще не только, тут сейчас в 7 часов, да, у вас поливочный день начинается? У каждого, у всех поливочный день. Эти огурчики, помидорчики, правильно, все поливают этой водой. И все это растет на этой воде, на гнилой. Увидеть, есть ли действительно мусор, своими глазами мы не смогли. О нем говорит лишь недавно появившееся видео на Ютубе. Сегодня полигон принадлежит компании «Наука и практика», которая занимается вывозом и утилизацией мусора. Полтора месяца назад ее генеральный директор Эдуард Шашков рассказал нам, что размещение отходов в этом месте – вынужденная мера. В апреле этого года Шуховский полигон потерял лицензию, и сегодня ввоз мусора на его территории категорически запрещен. Чтобы тут нарваться на неприятности, естественно, да, то есть нам приходилось думать, как из этой ситуации выйти. То есть либо заведомо нарушать грубо закон и подвергаться риску лишения лицензии, да, о чем нас, собственно говоря, лицензирующий орган и предупредил, что если будут ваши машины зафиксированы на полигоне, вы будете привлечены к ответственности. Ответственность там одна – отзыв лицензии, то есть разрешение на деятельность. Сейчас генеральный директор в телефонном разговоре утверждает, никакого мусора на территории давно нет, а запах, который чувствуют местные жители – запах очистных сооружений комбината. Он готов лично встретиться с гражданами и, наконец, расставить все точки над «и». Однако открывать ворота полигона мужчина отказался. Мы будем следить за развитием событий. Юлия Пастухова, Илья Урванцев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру».